именно в технических дисциплинах. Это касается не только там толкания ядра, метания диска, пожалуйста, прыжки в высоту. Сколько таких примеров ярких, когда вроде бы ничего не получается. О, хорошая попытка. Да, пока давайте остановимся вот на этих воспоминаниях, что и как бывает на различных соревнованиях, потому как у Алены Дубицкой очень классная попытка, ну, согласитесь, в той форме, в которой пребывает прямо сейчас Алена Дубицкая, на Олимпийских играх, я думаю, не стыдно было бы появиться. Сейчас мы увидим ее результат. Я, раз мы уже начали про Алену Дубицкую, продолжу тему про призовые, специальные призы от банка «Добробыт». 19-19. Вот это... Чуть-чуть не хватило до лучшего результата. Да, всего лишь каких-то 8 сантиметров.